Проект Сера. Озвучено Black Street Records при участии переулка Переводмана. Лос-Анджелес, Калифорния. Полиция расследует вчерашнее нападение на молодую пару поздней ночью. Отчеты с места преступления указывают на то, что жертвы были расчленены и, возможно, съедены. Один последний шанс. Кому ты рассказал о моем проекте? Прошло уже 20 часов, и я проявил достаточно терпения. Вот оно. Позволь, Энджел, посмотреть, как оно заберет тебя. Начни с самого начала. Нет! Твой отец, он вдохновляющий офицер, он всегда был мне хорошим другом. Я думаю, что он пытался помешать ему красть биологическое оружие. Послушай меня. Она здесь ни при чем. Клянусь. Даю тебе слово. Никто не знает. Никто. Я тебе не верю. Хорошо, хорошо. Только не делай этого. Ты же знаешь меня. Ты врешь. Разбудите ее. Джилл. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Не смей трогать ее, уебок! Я убью тебя! Джилл. Сконцентрируйся на мне. Мы выберемся. Сосредоточься на мне. Дыши. Ты должна. Дыши. Атакует мозг. Уничтожает все, кроме ствола. Насилие. Ярость. Голод. Выживание. Это все, что остается. Такого ты еще никогда не видел. Я не буду убивать твою дочь. Это сделаешь ты. У тебя 3 минуты. Охранник на 10 часов.
Левое колено. Сначала его. Я к вертолету. Когда она умрет, сожгите тела. Прости меня. Доказательства того, что они ответственны за убийство твоего отца. Они не убивали моего отца. У тебя не было выбора. Они разработали уникальное биологическое оружие, чтобы дестабилизировать все население планеты. Если эта информация всплывет, она может уничтожить их. У тебя есть место, где ты можешь спрятаться? Да. И спасибо тебе. Конечно. Что? Сэр, она знает больше, чем мы думали. Это потому, что ты не сделал свою работу. А теперь мне нужно, чтобы ты разобрался с этим и исправил свой косяк. Будет сделано. Частная резиденция генерала Эймса. Хранилище.
Разрядить пистолет. Браво. Знаешь, что сегодня? Суббота. Ее день рождения, пап. Я не думал об этом. Я думаю, что нам стоит навестить маму. Ты знаешь, я больше не посещаю это место. Какое? Кладбище или воспоминания? Джиллиан, я служил генералу Эймсу. Ты аналитик из корпорации. Ты работал на Эймса? Три срока. И с какой стати я должна поверить в это? Ты не обязана мне доверять. Было еще двое. Они в столовой. Господи, ты действительно дочь своего отца. Возьми этот, твой пуст.
черт. Говорит база. Прослушайте, прежде чем приступать к операции. Цель Джи Эймс. Женщина 24 лет. Согласно информации, подозревается в массовых убийствах. Всем офицерам приступить. Сейчас же уходим. Одевайся. Джиллиан Эймс разыскивается в связи с убийством ее отца, генерала Денниса Эймса. Его тело было обнаружено на крыше в прошлый вторник в центре Лос-Анджелеса. Генерал Эймс тесно сотрудничал с сенатором Уильямсом Симпсоном в разработке проекта «Сьерра». Основная цель проекта – помощь в восстановлении раненых солдат и их скорейшем возвращении на поле боя. Но в процессе Пентагон резко закрыл программу. Остальные детали проекта «Сьерра» остаются засекреченными. Мы только что получили видео с камер наблюдения с кадрами предполагаемого убийства, но должны предупредить вас, что они содержат соответствующие материалы. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемой, пожалуйста, немедленно свяжитесь с властями. Джиллиан Эймс считается вооруженной и очень опасной. Похоже на него. На кого? Брайана. Брайан предал твоего отца. Нет, он был его другом. Нет, он был партнером по бизнесу, это другое. Ты не будешь стоять на моем пути. Тормози. Сейчас же. Господи! Дай мне сумку. Черт! Джиллиан Эймс каким-то образом связана с недавним убийством в местном кафе. И другим новостям. Власти расследуют череду необычных нападений, которые свидетели описывают как... Я хочу, чтобы дочь Эймса была устранена до того, как полиция до нее доберется. Возьми с собой несколько этих подопытных в качестве поддержки. Хранилище Шерман Оукс, Калифорния. Зачем мы здесь? Пока не знаю. Это пропало из офиса моего отца. Это предназначалось для слушания в Конгрессе. Мой отец собирался представить это сенатору Симпсону. Офис Уильяма Симпсона в Лос-Анджелесе. Наше искреннее желание удовлетворить ваш недавний запрос по преследованию программы, основанной на ее содержании. Что это? Что вы здесь делаете? Мы просто хотим поговорить. С сенатором. Его здесь нет. Так что я не могу. Ну-ка, сядь. Эй, слушайте, я просто... Слушайте, я просто ассистент. У меня минимальная зарплата. Где сенатор? Его здесь нет. Где он живет? Его дома нет. И в городе. Он в отъезде. Деловом. В деловом отъезде. А вы кто такие вообще? Что вам нужно? Не покидай офис, пока не закончишь.
Пришли мне копию. Я буду в убежище. Мы не хотим навредить ему, Адам. Нам просто нужно поговорить. Хорошо? Что за убежище? Это его загородный дом. Где это? Это за холмами. Отлично. Мы одолжим у тебя машину. Нет! Что это было? Что это было? Адам, что ты тут делаешь? Да, к нам нужно увидеться с ним. Я так не думаю. Произошло серьезное дерьмо, и... Эй, на нас напали! Назад! Держи руки так, чтобы я их видел. А что здесь происходит? Нам нужно поговорить с вами. На тему. Это касается смерти моего отца. Вы знали его. Джиллиан? В последний раз? Я помню, тебе было не больше 10. Вы работали с моим отцом. Вы были партнерами над Сьерра. Вы были тем, кто помог его запустить. Да, ну, мы пытались. Проект умер печальной, медленной, бюрократической смертью. Видимо, он воскрес. Лейтенант Риггинс, не так ли? Вы были награждены Серебряной звездой за операцию в Рамаде. Я был на церемонии вручения. Сэр, проект Сьерра. Программа регенерации Симпсона Эймса помогает солдатам залечивать раны, полученные на поле боя, более ускоренно.
способности Сира-130 к восстановлению увечий, к регенерации человеческой ткани. Удивительно. Даже выращивание целых конечностей. Твой отец всегда знал, что секрет такого уровня рано или поздно всплывает. Они всегда всплывают. Пресса нервничала. И твой отец показал им, где раки зимуют. А потом они взяли и вынизировали проект. Начали смешивать улучшенные формулы. Быстрее, сильнее, но намного менее стабильно. Результаты тестирования выявили серьезные побочные эффекты, как физические, так и психологические. Мутационный рост. Неврологический хаос. Прежде чем мы пытались сохранить хотя бы то, что они погубили, вся операция была закрыта. Лаборатория опечатана, вакцина уничтожена. Она не была уничтожена. Она была перемещена. Это не было санкционировано. Это были приказы военных G7. Я еще могу все изменить. Серьезно. Мне нужно в больницу. Предоставление защиты. Это покажет расположение всех внешних сооружений. Мы можем сдерживать все процессы. Позвоню ребятам с большими пушками. Кому вы звоните? У корпорации есть биотактическое подразделение, которое будет во всех этих точках менее чем через час. Авиаудар в течение 20 минут, если надо. Симпсон. Уильям Патрик. Код допуска. Кондол 10-19. Подтверждено. Выполняется. Сделано. Это Билл. Слушаем. Не волнуйся, Риггинс. Это мои люди. В чем дело? Я знаю его людей. Слушайте, у меня здесь серьезная ситуация. Мы отследили Эйнс до резиденции. Подмога будет на месте через 5 минут. Что? Она с лейтенантом Риггинсом. Откуда вы знаете? Черт. Учитывая наши приоритеты... Они знают, что вы здесь. Пошли, нужно уходить. Нет, я должен позвонить кому-то повыше. У меня есть подвески ФБР. Для чего? Чтобы опознать наши трупы? Я не могу защитить вас здесь. Вы вообще не можете нас защитить, не так ли? Давай, уходим быстро. Здесь сотни этих внешних объектов. А если проверить их на пути отступления? Погоди, номера формул не совпадают. Этот закодирован. Цифры для чего-то еще. Исходные цифры, минуты, секунды, градусы. Попробуем. Каньон Кингс, в 200 милях отсюда. Дуглас, заводи машину. Мы убираемся отсюда. И позвони остальным из команды. Нам понадобится вся охрана, которую мы располагаем. Дуг? Адам? Пустыня Мохаве, Калифорния. О, черт. Мы перегрелись.
О, как у нас дела? Шланг радиатора капризничает. Лента должна продержать достаточно долго. Вот и все. Я в порядке. Нет, не в порядке. У нас нет времени для этого. На капот. Ну и что будем делать? Играть доктора? Тебе не обязательно всегда быть героем. Потому что там место только для одного, да? Я не герой. Ты заслужил восхищение сенатора. Они создают героев, когда им вздумается для отвода глаз. Это просто царапина. Я читала рапорт корпорации по инциденту в Ромаде, и для меня это не выглядит как показуха. Это потому, что ты читала их рапорт. Ну, это случилось. Продолжай держать, сдерживай кровотечение. Весь твой отряд был уничтожен вражескими силами, ночью из засады. А ты уничтожил все их подразделение в одиночку. Это не человек. Это воплощение духа. И я не эксперт в героизме, но я думаю, это считается. Они опустили несколько подробностей в том рапорте. Я сопровождал несколько техников в провинции Хельманд. Мы пытались контролировать зону, которая могла быть дестабилизирована. Мы развили лагерь для ночлега, и я занял позицию. И я услышал женский крик. Прошло 15 минут, затем несколько часов. Будто кто-то специально тянул с ней время, работал по полной. Эмоции взяли надо мной верх. Я решил остановить свой пост и исследовал местность. Попытался найти ее, сделать хоть что-то. Нападение началось, когда я ушел. Я оставил свой пост, я оставил своих людей незащищенными, и поэтому они погибли. Так что я не собирался играть в героя. Итак, ты потерял свою руку, когда ответил им. И тогда мой отец тебя и приметил. Поэтому ты это делаешь? Нет. Твой отец вернул меня из очень мрачного места. Он настоящий герой моей книги. Наверное, стоит вернуться к дороге. Не обозначен испытательный объект. Две цели. На 2 часа. На 9 часов. Только двое? Нет. Двое снайперов. На 12 часов за зданием. Где второй? Либо на 3, либо на 9. Затем хребтом ниже границ. Ты угадываешь? Я бы был там. Он бдителен. Там никакие новички. Нам нужно найти... Черт.
еще. Где сыворотка? Что собираюсь с ней делать? Добавим немного огоньку. Этот комплекс заполнен воспламеняющимся газом. Сколько у нас времени? Максимум я могу поставить 5 минут. А этого времени все равно не хватит. Не так ли? Ты тот, кто убил Брайана, так? Ты бывший спецназовец. Заноза в жопе. Я знаю, как мыслят такие перцы. Ты работал на Брайана? Нет, мисс Эймс. Он работал на меня. Столько храбрости. Должно быть, отец постарался. Я жалею, что не был там, когда он превратился в одну из этих тварей. Уверен, было довольно занимательно. Твой отец умолял. А ты умоляла? Забавно, да? Мертвые узлы. 2 миллиметра нейлона. Это все, что мешает тебе перерезать мне горло. Давайте приступим к демонстрации. Мы платим вам хорошие деньги за этот товар. Хорошие деньги за хорошее качество. Другие покупатели даже не знают, что сыворотка существует. Одна инъекция может обратить даже самый красивый образец. Да ладно. Я думал, мы тут немножко подеремся. Эй, старичок! Давай на мне. Не слушай его. А еще говорят, благородство нет. Я солдат. Я уже убивал таких морозков, как ты. Ребятки, у меня здесь всего одна доза. Он играет с тобой. Используй меня. Я доброволец. Ладно. Три минуты, и ты увидишь, на что тратишь хорошие деньги. Будьте начеку. Это может произойти в любую секунду. Что происходит?
Сыворотка в процессе. Задержки бывают. Поверь мне. Химикат, который просто убивает человека, мне мало полезен. Сделка отменяется. Сыворотка работает. Я видел это своими глазами. Мои коллеги узнают об этой пустышке. У вас, у русских, совсем нет терпения. Сначала ты тратишь мое время, а теперь оскорбляешь. Отключился? Ты умер. Офис управления национальной безопасности. Вот это история. Вы нам поможете? И вы уничтожили эту лабораторию? Да. Вот координаты. Здесь вы найдете все необходимые улики. Мне понадобится проверить кое-какие документы. Вы и лейтенант Риггинс получите полную неприкосновенность в обмен на свои показания. Мне только нужно будет ввести начальство в курс дела.
Подождите немножко. Спасибо. Сэр, это Джиллиан Эймс и лейтенант Риггинс. Перевел Мэтт Чарактер. Роли озвучивали Даша Явенко, Антоха Лил Оси, Василий Сиприков, Вячеслав ФФ, Михаил Шимкус, Илья Берене, Вероника Баркова. Работа со звуком Евгений Фетчоп.